Более 200 тысяч жителей региона смогли вернуть процент от суммы оплаты коммунальных услуг. Общая сумма кэшбэка составила около 50 миллионов рублей. Получить возврат могут только пользователи программы лояльности. Абоненты Одинцовского округа являются активными участниками программы кэшбэк, сообщил замглавы администрации Михаил Каратаев. Чтобы получить возврат процента по коммунальным платежам, следует провести их оплату картой МИР через личный кабинет МОСОБЛЕРЦ.